Понятно. Что тебе понятно? Эх! Скоро там сейчас будет еда уже холодная. Sekarang kita bersama Nastya dan Vika. We are back, ya. Все просили вас. Где Вика, где Настя? Прямой эфир. Ага, прямой эфир в Инстаграме. Uh-huh. А что они спросили? Они всегда спрашивают, where is Тура, where is Тура? А, типа, где Тура, да, всегда спрашивают. А что еще, какой вопрос? Просто красиво еще. Да, да. Nah, сekarang kita mencoba makanan khas dari berbagai negara, pecahan Uni Soviet, ya. Sebenarnya Uni Soviet. No, kak sesuatu Uni Soviet, SSR. Ya, Uni Soviet. Jadi nggak cuma makanan dari Rusia, makanan dari Uzbekistan, dari Kazakhstan, dari ya pokoknya dari pecahan Uni Soviet. Aku nggak tahu. Mending Nastya sama Vika aja yang jelasin. Ya, itu sih disini atau Pride of Blue Devil. Itu sih buat kita kasih tahu kita kue. Kvas. Kvas. Napita. Kita isko kue serang. Rusia. Dari Rusia aja. Oke. Так, вот это вот вырезаем. Aku gak tahu bahannya dari mana, я не знаю, как объяснить. Блин, это сложно объяснить. Нет, это просто... Это порошок же. Давай попробуем. Давай. Jadi kita nyoba nih apakah enak ya. Coba lihat. Aduh. Kayak kopi ya, ini типа как кофе. Пахнет как кофе. А попробуй совсем другой вкус. О. Kayak gimana ya? Just what is this? Soy bean sauce? Да, да. Ya jadi kayak soy bean sauce ini sebenarnya kayak Indonesia skibling. Gazirovka. Ya kecap asin, jadi rasanya kecap asin tapi manis gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Ya. Coba apa problem? Давай. Это как называется? Оливье. Jadi ini Оливье. Kelihatan gak sih? Скажи, там есть картошка, морковка, горох, колбаса, огурцы и майонез обязательно. Да. Окей. Jadi kalau sebelum makan, makannya ini dulu. Нет, у нас нет такого. Просто сразу кусать рис, если рис. Всегда рис. Всегда рис. Я кусаю все. Ты голодная, да? Да. Ya, sama kayak salad-salad biasa. Aku belum biasa makan salad kayak gini, jadi agak aneh sih rasanya. No, cipa. Ini privilege lah. Да. О, Вика, быстро. Тура. Вкусно? Ой, что так красивое сегодня? Модель. Топ-модель по-русски? Да. Да не ахли, это как мейкап, я куда ларки. Как визажист. У Вики есть свои салоны. Работаю. Да, работаю. Kita langsung aja coba makanan kedua. Сейчас это какое? Russian тоже. Да. Ini makanan Rusia. Блин, ты покажи. Namanya борщ. Lihat nih, kok kelihatan merah banget. Ini думал, что это острый. Нет, скажи, что нет. Ya, ini enggak pedes ya. Борщ – это русское блюдо, которое едят со сметаной. Чуть-чуть туда кладут, все это мешают и кушают. Поэтому очень вкусно. Но так как у нас нет сметаны, мы будем кушать с майонезом. А, окей. О, спасибо, Вика. На самом мочке. Надо мешать. Мешай, Тура. Мешать, окей. Блин, мешать это я тебя не мешаю? Нет. Да, это два значения. О, май гад, я забыл. Вот здесь, по-моему, финя сусах. Финя аду. Как сказать, мешать, да? Да, мешать. Знаешь, в Индонезии это все острые. Нам нравится острые, кроме меня. Как, Вика? Вкусно. Как мама готовит. А-а-а. Bener-bener merah banget, jir. Aku gak tau kenapa bener-bener merah banget ya. Dia pakai sesuatu yang bikin merah ini. Gak cuma tomat gitu kan. Tapi gak pedes, aneh gitu. Ya, ini juga ditambahin sama kayak ada gula gitu kan, bener-bener manis. Ya agak manis sedikit sih. Ya gitu. Ya aku gak tau udah pokoknya. Ya kalian datangnya ke Rusia, coba makanannya. Sekarang kita mencoba makanan yang ketiga. Как это называется? Мясо по-казахски. Ya, jadi ini sup dari Kazakhstan. Да. Ya, jadi kita cobanya langsung nih, kita kasih lihat ya. Waduh. Kelihatan gak sih? Ya, fitnah. Nah. Oke, nah. Давай, попробуем. Давай, Тура. Siapa dari sini? Ah, domba. Ini ada antara domba sama daging kuda. Сейчас я спрошу, а то еще не дай бог. Но он не знает. Ya, tapi use barina. Да, это барина. Барина. Да? О, это вкусно! Да!
Казахстан надо ехать, да? Да, оттуда. Да, надо жена, казахская жена. Она готовить. Будет тебе готовить, да? Оливка. Давай. А мы же про оливье и про... Ну, тогда сейчас скажем, как... Ну, давай. Как ты думаешь, давай оценим первое блюдо, как это называется, помнишь? Оливье. Значит, ini kita nilai sesuai tempat yang kita beli ya. Ya. Yang pertama первое блюдо это... А салат. Это 10? Да. Ну, давай. Наверное, 7. 5. 5? Серьезно? А ты? 5. 5? Тогда тоже 5. Нет, 7. Нормально. Нормально. Мы же сравниваем с тем, что когда-то ели. Окей, это гениально, макарон пертама. Давай второе блюдо. Борщ. Ой, борщ. Борщ, это 5, наверное, да. От 10. 5? Тебе же понравилось. Ну, понравилось просто, ну, масла много. А, жирный, да. Жирный, да. Ну, вот тоже 5-6, вот так же. 5-6, да. 6. Последнее, третье блюдо. А. Вот это. Мясо показать. Да, это 9. Давай, это 9. Да, 9. Ну, тоже 9. Я не люблю, наверное, Казахстан, когда я пекин. Казахстан, чтобы лама каранин. Быстро говорю? Да, как всегда. Как всегда. Jadi kita mencoba makanan selanjutnya. Oke, давай. Плов? Да, я. Я знаю вот это блюдо. Знаешь, ел? Плов – это узбекское блюдо. Узбекское? Да, здесь... Ну, похоже, как у нас блюдо называется на сигарин. Да. Покажешь потом фотку? Ну, да, похоже. Да, похоже. Узбекистан. Да. Да, ini makanan khas Uzbekistan. Да, tapi ini banyak dimakan sama orang-orang Rusia. Просто много масла. Опять? В этом кафе много масла льют. Да, наверное, да. Давай оценим. 5-6. Я lebih enak nasi goreng itu, menurutku ya. Ну, лучше мой nasi блюдо называется nasi goreng. Oke, next lagi makanan selanjutnya. Ini dari mana? Из какой страны? Уйгурское блюдо. Уйгур. О, что это? Какая страна? Как? А пахана гарайдер? Они есть везде. Jadi ini cuma kebangsaannya aja dari Uyghur, kan? Uyghur. Tapi dia tinggalnya tuh ada di Cina, ada di Rusia, ada di Kazakhstan, tempat lain. Ya, dia usia sekarang. Ah, Cina? Ya, Cina. Ya, Cina. Штурм за нормально. Ini benar-benar asam banget ya. Кесле. Правильно кесле? Я не знаю точно это по-русски это или нет. Ini kayaknya nilainya 4 ya. Ya, terus suka. Ayo. Ya, jadi kita next saja makanan yang terakhir, makanan penutup ya. Itu sladke. Да, это десерт сладкое. Да, десерт, bukan dessert. Ya, десерт. Bahasa Rusianya, oke? Это из какой страны? Из Турции. Турция. Пахлава. А, Турция, да. Турки, я говорю, дари турки, я. Я забыл по-индонезийски то, что я почему я такой тупой? Я, давай попробуем. Давай. Руками бери, вот, салфеточкой. Окей. Блин, много масла, да? Нет? Нет, это не масло, это... Это мед. Да. Мед? Ну, не знаю. Сколько баллов поставишь? Ну, очень сладкий. 8, наверное. Вкусно. Понятно. Ну, кстати, не слишком сладко, мне кажется. Вот это? Нормально. Нормально. Ну, не совсем сладко. Очень сладкий 2 минуты. Я рейту аджа. Мы уже оценим, да? Я уже сказал 8. У меня 9. Ага, ты? Тоже 8. 8, да. А ты какое блюдо самое вкусное? Больше всего понравилось? Да, больше всего. Ну, именно в этом кафе. Да, именно в этом кафе, окей? Мне... Как это называется? Мясо по-казахски. Да. Мясо дари казахстан, то и намагат. Да, пахлава и мясо. Jadi itu aja. Kalian harus nyoba makanan dari Kazakhstan. Ya. Ya itu aja makanan dari pecahan Uni Soviet. Jangan lupa не забудьте подписаться Instagram ya. И писать только хорошее, плохое. Хорошими словами. Да. Jadi
chat apa aja boleh, yang baik aja, jangan yang aneh-aneh. Ini udah bilang sendiri, Nasti bilang sendiri ya. New dom ada, ya sudah ini pisu cip batal. Конечно, конечно, мне нравится. Ya, itu aja. Sedih banget ya, Victoria. Kan kita ada Twice Alone aja. Victoria, и Сандери. Сандери, ya. Сандери, ya. Nanti aku masukin di deskripsi aja. Sure. Sure, ya itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih, bye. Sampai jumpa.